Так, подожди. Вот это что такое? Вау. Кольцо? Да. Сколько оно стоит в вашем магазине? 100-200. 100-200 за кольцо? Да. Вот это у вас цены. Может, чуть-чуть дешевле сделаете нам? Ну, мы же соседи. Это очень дорого. Блин. Мы знаем. Это дорого, да. А что за кольцо такое? Жуком. О, с жуком, нифига, это прям для меня, Эль. Ну, оно не должно столько стоить, конечно, с жуком она дорогая. У меня есть только 50, за 50 отдадите? Окей, насчет софта еще 100. Ого, ничего себе! А если 100-200, то тогда 150, если. А если у меня нету столько? Значит, не дам. Капец. А как, а скидка для соседей? Соглашайся, она потом не приедет. Окей. 50 рублей, да? Это честный обмен. Спасибо. Как ваш магазин называется? Я забыла. У тараканов. Спасибо. Мини-маркет. Мини-маркет. Эль, видала, какое у меня кольцо теперь? Шикарное. Топовое. Это как раз для меня, я люблю всяких таракашек. Да, да, точно, кстати.